Вопрос открытия границы Турции с Арменией может быть рассмотрен только после решения Нагорно-Карабахского вопроса и деоккупации азербайджанских территорий. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, выступая в субботу, 15 сентября на военном параде, посвященном столетию освобождения Баку Кавказской исламской армии. «Нагорно-Карабахская проблема – это проблема и Турции», – сказал он. «Поэтому об открытии турецко-армянской границы не может быть речи», – заявил он. «Турция поддерживает и продолжит поддерживать Азербайджан в урегулировании Нагорно-Карабахской проблемы», – сказал турецкий президент. Эрдоган заявил, что сегодня Азербайджан является самым важным союзником Турции не только в политической и экономической, но и во всех других сферах. Он подчеркнул, что связи двух государств продолжаются во всех сферах, и в этом незаменима роль великого лидера Гейдара Алиева и президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Мы продолжим расширять наши связи и реализовывать различные проекты. Радость Азербайджана – наша радость, боль Азербайджана – наша боль», – подчеркнул Эрдоган. По его словам, Азербайджан – братская страна, где больше всего могил павших тюркских солдат. Турция и Азербайджан – два сына одной матери, братские государства. У Азербайджана и Турции общее прошлое, религия и язык. Сегодняшнее наше участие в параде – это символ нашего братства и того, что 100 лет назад здесь, сражаясь, пали туркские солдаты, заявил турецкий лидер. Не забудь подписаться на канал.